Привет! Сегодня поговорим об одной интересной модели электрической зубной щетки Revelin. Я подробно изучил ее функции и особенности, чтобы ты мог сделать правильный выбор. Оставайся со мной, чтобы узнать все плюсы и минусы этого устройства. С первого взгляда на эту электрическую зубную щетку становится ясно, она сделана с учетом вкусов и потребностей пользователя. Компактные размеры делают ее удобной для ежедневного использования и легкой для хранения даже в маленькой ванной комнате. А вот выбор стильных цветов просто поражает. Есть из чего выбрать, чтобы щетка гармонично вписалась в интерьер твоей ванной. Не забудь проверить описание под этим видео. Там тебя ждут полезные ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный код для выгодной покупки. Особенности этой электрической зубной щетки действительно впечатляют. Представь, частота колебаний щетинок достигает от 33 тысяч до 42 тысяч в минуту. Это не просто цифры, а твой билет к идеальной чистоте зубов каждый день. С аккумулятором на 800 мАч щетка не требует постоянной подзарядки. Одного полного заряда хватает на целый месяц использования, причем полная зарядка занимает всего 7 часов. Интересен звуковой принцип работы, благодаря которому создается эффект кавитации. Это значит, что пузырьки активно воздействуют на зубной налет, буквально взрывая его. В результате частота и здоровье твоей улыбки. Еще один плюс – 4 режима работы, включая Deep Clean, который обеспечивает особенно тщательную 3-минутную чистку. Удобство зарядки через USB-порт делает ее незаменимой в домашних условиях и в поездках. Настоящий must-have для тех, кто заботится о своем здоровье и комфорте. Итак, я тщательно изучил отзывы пользователей об этой электрической зубной щетке и готов поделиться тем, что больше всего ценят покупатели и на что стоит обратить внимание. Недостатки. Нет датчика нажима. В комплекте одна насадка. Нет индикации заряда. Может случайно включиться в сумке. Преимущества. Красивый и легкий дизайн. Приятный на ощупь материал. Мягкий звук моторчика. 4 режима очистки. USB Type-C кабель для подзарядки. Заряда хватает на 30 дней. Интегрированный таймер. Качественная щетина. Удобная головка. На этом мой обзор подходит к концу. Не забудь заглянуть в описание под видео, где ты найдешь полезные ссылки и скидочный промокод для выгодной покупки. Мне будет интересно узнать твое мнение об этой зубной щетке, так что пиши в комментариях. Если тебе нравятся такие обзоры, подписывайся на канал и ставь лайк. Буду рад видеть тебя снова. До скорой встречи и не забудь заботиться о своем здоровье и красоте своей улыбки каждый день.